Лидер нации, президент Республики Таджикистан, уважаемый Эмомали Рахмон, 16 апреля в ходе рабочей поездки в Ашский район в сельском Джамуате Понгос сдал в эксплуатацию здание районной больницы номер 5 и ознакомился с созданными в ней современными условиями. Больница состоит из трех двухэтажных корпусов, подвального помещения и других подсобных сооружений, предназначена на 80 коек. Для диагностики и лечения больных в больнице имеется 4 отделения, в том числе взрослое и детское, родильное, хирургическое и функциональной диагностики. Все отделения оснащены передовыми медицинскими приборами и оборудованием. Врачи используют современные технологии для оказания медицинских услуг населению. После сдачи в эксплуатацию районной больницы номер 5 в Ашском районе устранены давние проблемы населения сельского Джамуата Понгос численностью 32 тысячи человек, в доступе к современным медицинским услугам, созданы благоприятные условия для своевременного лечения различных заболеваний и защиты здоровья общества. Этот важный социальный объект построен с привлечением отечественных специалистов. С целью дальнейшего повышения качества первичной медико-санитарной помощи лидер нации, уважаемый Эмомали Рахмон, подарил коллективу больницы две машины скорой помощи.